2 июля, 17-й год, Харьков. Харьков уже впору называть городом тысячи церквей. Тут куполов наверняка больше, чем в Ватикане. Не помню, как я первый раз попал на эту обзорную точку. Но ничего более впечатляющего в Харькове я не видел. Откуда бы открывались такие краевиды? Прогноз погоды нам, как обычно, ожидаемо наврал по поводу ливня. Есть прекрасная возможность поснимать.